богатый и могучий русский язык. Знать и любить родной язык важно для каждого жителя России. В Смене уже второй год подряд стартует Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры. 240 юношей и девушек из 19 регионов на две недели объединит одна цель – укрепить и расширить знания русской культуры и родного языка. Фестиваль собрал победителей конкурсов и олимпиад по русскому языку, истории и культурологии. В число участников также вошли творческие народные коллективы. Я жду всего больше положительных эмоций, конечно же, новых друзей и знакомств. Мы все из России, Россия очень большая и богатая страна, и есть, конечно, много людей талантливых, они сюда съезжаются. Очень интересно посмотреть на таланты других людей и показать свой талант. Мы живем в России, и не знать русский язык будет неправильно, потому что мы должны быть патриотами нашей страны и учить нашу культуру. Привет, Смена! Язык – душа театра. Говори по-русски правильно. Кино, книга и диалог культур. В течение двух недель участники образовательного проекта будут заниматься по четырем направлениям. Сменовцы смогут выбрать интересующую образовательную программу. Все, что задумано, чтобы у них сбылось, и чтобы все участники фестиваля получили новые знания и о русском языке, и о нашей великой российской культуре, и у всех было хорошее настроение, замечательная погода. На фестивале сменовцы посетят образовательные мастер-классы, примут участие в творческих конкурсах, литературных гостиных и творческой ярмарке, приобретут навыки публичных выступлений, поставят настоящий спектакль.